Всем привет, меня зовут Виктор, это игрушка про выживание, называется Myst Survival. Myst Survival, сейчас мы тут, нет, громкость настроим, по 50% там сделаем, да, чтобы не так сильно громко было, если она, конечно, сделается, а она по 5% уменьшается, да, значит по 5 и прибавляйся. Что такого? Оп-оп-оп-оп-оп. Игра про выживание. На одного человечка. Ну, решил вот поиграть. Посмотреть, как что будет. А графика, что у нас тут? Ультра. Все стопроцентное. Дисплей. Дисплей тоже, окей. Так, давай вернемся. И новая игрушка. Вот. В нее я как-то уже играл. Есть у меня там небольшой опыт. В принципе, довольно очень интересная игра. Играл я, правда, в нее уже года два назад. Короче, три года что-то назад по мистической какой-то херне произошла какая-то мистическая херня. И, короче, огромное количество людей просто сгинули в никуда. Вот. Переводчик английского из меня херовый, поэтому путнего перевода не ожидайте. Короче, по-моему, такой типа «Are you on over very...» Его есть иммунитет. Короче, у тебя оказался какого-то хера иммунитет, за счет чего, собственно говоря, ты и выжил. Ну, ты это я. Мой герой, точнее. За счет чего-то он и выжил. Так, тут есть фатигуе и стамина. Фатигуе. ХЗ, что это такое? Фатигуе. Тут что такое есть? Это. Короче, ладно, будем разбираться, будем вспоминать. Так, игра, по-моему, только у нас от первого лица, да? Здесь где-то курятина петушит, кукурекает. Очень нравится, что... Так. О. Так, это что? Это мое? Так. Вот так, да. Окей. Это что, это мой дом? Это мой дом или что? Так, бегает на shift. Бегает на shift. Так, ну-ка, подожди, давай. Option. Game mapping. Тык-тык-тык. А им прицеливаться. Так, давай. Jump space. Shift. Sprint. Вот так можно? Да. И... Ну, а дальше будем разбираться по situation. Так, я, короче, бегу. Я бегу. А чё я бегу? Куда бегу? Хер его знает. То есть, насколько я помню, здесь можно лутать. Блять, что-то как-то колесо. О, вон та тачка ездовая, кстати, смотри-ка. Вот эту машинку можно починить. Она ездовая. Чё тут тебе не хватает? Всего в тебе тут не хватает. Охренеть. Ну тут есть колесо, кстати. Тут есть колесо, а тут есть еще запчасти. Тут есть запчасти. Это что такое? Блять, как-то это, слушай, у меня голова кружится от того, что мы тут. То, что мы не от третьего лица. Так, а инвентарь на И? Да, на И. Ну, нормально, тут в каждый слот по клеточке вмещается. Так, давай мы колесо сюда присандалим. Короче, 10 минут на это тратится. Так, сейчас 8 утра. Отлично, одно колесо я присандалил. С какой стороны? Непонятно. Вот с этой, да? Окей. Блин, тут... Карты же тут нету. Да, насколько я помню, тут карты нету. Поэтому придется запоминать, где я бегал, куда я бегал. Так, вот еще машинка. Ну, по-моему, автомобилей тут добавили. Вроде бы добавили автомобили, потому что их сейчас здесь на карте больше стало. Ладно, хочу говорить про вроде бы.
Там была такая хорошая машинка. Какая хорошая машинка. О, еще колесико нашли. Отлично. У меня уже есть два колеса. Как здесь что есть? Ни хрена нету. А почему? Здесь можно, в общем, вручную перетаскивать, получается. Так, выживалка. Выживалка. В общем, если игрушка зайдет, то можно будет ее даже и постримить. Можно будет и постримить там. Так, я нашел пестик. И нашел. Да, нельзя, да. Так, это мы увеличиваем свой этот. Да, еще два слота появилось, все, зашибись. Короче, здесь можно точно так же строить базы, крафтить. Вот. Можно. Единственное, что здесь соло-выживалка, и вот и все. Здесь соло-выживалка. Но тут есть бандосы. Палочки пособираем. Они, в принципе, все для чего-то нужны. Камушки. Так, колесо. Колесо сразу тогда побежим, поставим снова туда. Насколько мне известно, над игрой здесь работает всего один человек. То есть один человек работает над игрой. Он творит. Творит, творит. Творит что-то. Все, у меня уже есть два колеса. Отлично. Я просто знаю, что если сейчас вот дальше там по дороге бежать, там можно нарваться на лагерь бандосов. Бандитов можно нарваться на лагерь. Хотя мне вот эти сейчас и перья собираю, камни, они мне по сути пока что ни к чему. Они мне не нужны. С тремя патронами против бандитов как-то выступать хреново, но это не этот лагерь бандитов, он там дальше в другом месте находится. Так, доски. Еда. Доски я пока не беру. Так, а чё, кстати, у меня по еде-то, где посмотреть? А, вот, в принципе, я еще нормально, не голодный, не холодный. Так, вот это выкинуть тогда. Ветки выкинуть. Это я, бля, в лесах насобираю. В любом лесу я насобираю этих веток, всякой херни. А, погодь, тут же можно, в принципе, что-то из этого всего делать там, да? Так, можно же копье было сделать. Из чего-то. Так, а из чего? Давай заново все собираем, короче. Листики и вот эту хрень. Из чего тут можно было сделать стик из этого? Давай. У меня есть копье. Да ладно. А, тебе походу надо... Походу не копье, да? Уже меня обманули.
Warcraft. А, вот. Ну, базик. А, это стрела. А, спир это вот. Ну. Чё, подожди, чё? Так у меня нож есть. Или типа ты не считаешь, что у меня есть нож? А чё тебе не нравится-то? А, во. 20 минут ножом затачиваю. Охренеть. О, теперь годится теперь. А это что такое? Еще стик. Что, еще одно копье надо сделать? Да ну нахер иди отсюда, короче. Зачем столько копий? Мне вообще-то колесо надо тут какое-нибудь. Вот еще пожрать. Колесо бы найти. Так, это что, палки? И самое главное, мне не заблудиться. О, это что, мой лагерь? Все серьезно? Или это другой какой-то лагерь? Ой, я какой-то другой лагерь чей-то нашел. Так, ну тут-то я в одну каску этой. Это кто? А. Это апгрейд рюкзака. Хорошо. Так, есть лип, бензинчик есть, но канистры нету. Но нету канистры. Так, опять ножовка. Возьмем. Короче, я не... Ну, типа, я могу себе этот лагерь присвоить. Но только зачем, да? Только зачем? Ну-ка, что, в багажнике есть что-нибудь? Ого! Ни хрена себе. Так, это что, масло? Так, спичанские можно тут стакнуть? Так, бутылочки воды можно? Нет, нельзя бутылочку стакнуть. И ты-ты-ты... А, перышко. И вот эту хрень выкинуть, а вот это взять. Все, отлично. Колес нету, да, тут? Колес нету. Ладно, уходим. Уходим. Откуда я пришел? Короче, я забыл, откуда я пришел. А карта тут? Карты тут нету. Ну, короче, я откуда-то потом пойду искать, откуда я пришел. Ну, откуда-то я пришел, это точно. Только вот откуда, черт его знает. Черт его помнит. Так, я знаю, что мне вот сюда надо бежать. А, скорее всего, в обратную сторону надо будет бежать, и все. Так, пистолет надо спрятать. Взять надо копье. Я буду с копьем. Так, там что у нас? Куда-нибудь да прибежим. А, домик чей-то там. Ну как, блядь, чей-то, что такое? Ничейные тут домики. Домики тут ничейные. Тут я один. Тут только я и зомбаки. Ну, этот, в принципе, домик, это занять под ба... можно занять под первую базу свою домик. Есть пара бочек водяных тут. Машинка. Так, давай. Все, я его активировал. Теперь это типа моя дом. Теперь это моя дом. Так, сюда пилы положим. Поесть. Положим. Так, топор я возьму с собой. А, бутылка воды. Сюда. Это сюда. Так, поесть, попить. Компоненты сюда, сюда. Это патроны. 762 на 51. Это сюда. Ну, вот это все с собой беру тогда, что? Ух, тут. Так, я же все базу себе активировал, да, здесь? Теперь это моя. Флор F1. Одноуровневая база. Все, да, базу я активировал. Теперь бы дорогу к ней не забыть.
то тут, блин, ни компаса, ни хрена нету. По солнцу, ну, короче, горы справа. Справа у меня горы какие-то. Так, а тут, по-моему, уж можно как-то сохраняться. Save game. О, точно. Saving game. Так, а на F5 можно? Кстати, нет, а на F4. А вообще есть быстрое сохранение тут? Так. А по-моему, нету, да, тут быстрого сохранения? Нету. Кого я? Так, 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 молоток. А нахер мне молоток? Надо, по сути, было бы топорик взять. Он, конечно, изношен уже, пипец. Ладно, топорик пока не будем трогать. Пока у меня есть копье, топорик трогать мы не будем. Кто дерево срубил уже? Что? Хрена себе. Алло, ёптать, кто деревья тут повалил? Кто здесь есть? Выходи. Выходи, скотина. Опа, здесь что, тупик, что ли? Хрена себе. Я что, в тупик прибежал? Ё-моё. Бежим обратно в ту сторону. Вверх через этот, через перевал не получится как пробраться, потому что там дороги нету, да? Есть. Короче, у меня стамина закончится, пешком буду идти. Давай пойдем не спеша. Наверное, мне в ту сторону надо бежать, а не в эту. Сделать, чтобы ты показывалась постоянно. Так. Стаминка постоянно тут горела. Видно было. Как-то тут можно ее, кстати, делать, по-моему. Точно, вот. Вот дорога. А вон еще одна машинка, пригодная для езды. Это что, еда? А, это ягода. Давай берем. Палки нет. Что-то опять это, блин, опять без колес, без всего, да? Без бензина, короче. Так, у тебя что-нибудь есть тут? Немножко бензина только есть. О, перчи. Так. Так, эквипмент. Подожди, ты же должен... Tactical gloves. А почему? Ты же должен перчатки одевать, гад.
Head, голова, торс. Глоу, перчатки, живот. А, во. Ё-моё! Туман, блядь. Блядь, заходи обратно. Пиздец, туман. Сука. Что-то мне тут не сфартило. Блин. Хоть бы меня тут эти не спалили. Ничего внутри нету, блин. Только туман. Даже взять нечего. Не видно этих уродов. Здесь они меня не достанут, если они даже ворвутся. Я здесь, короче. Блять, а как? Тут нету вида третьего лица. А? Ну-ка, options. Язык английский, английский, английский. Ну да, тут нету. Так, маус. Давай на четверку сделаем. Нет, четверка это мало. Так. На пятерку. Ух ты ж. Так. Не видно этих, что ли? Серьезно? А, вон ходят они. Вон появились. Ходят. Зараженные. Ну-ка, что если их сюда попытаться приманить? А, так, слушай, они меня, походу, тут достать смогут. Ну я ж сохранился, в принципе, чё? Я ж смогу перезагрузиться. Сука. Не получится. Так, сейчас мы сделаем quit game и заново перезагрузимся. Потому что я просто потеряю все свои игры. Все свои вещи, если я сейчас перезайду. А перезагрузился я, в принципе, и, возможно, тумана сейчас уже тут и нет. Или есть, да? Туман есть. Сука, он достает здесь. Ну, я проверил, по крайней мере, что он здесь достает. А сюда я залезть не могу. Вот здесь бы он, конечно, меня не достал. Но только мне туда... А, только отсюда. Я не смогу отсюда залезть. А, мне вот это не дает туда залезть. Жесть, блядь. И сюда не залезешь. Сюда можно. А сюда нельзя уже. Здесь тоже достанет. Что, пережидаем, когда туман закончится? А, ну, в принципе, он, наверное, на машине меня не достанет.
Да? Давай-ка проверим. Он бежит, звезда. Бежит, звезда. Ах ты ж, сука! Спасите, помогите! Ой! Сука, достал нам... О! Копье отдай, мое мудила! Ой-ой-ой-ой-ой, у меня здоровье-то нихера не осталось. Сука, жесткий. И на машине достают, и везде достают. Ну, твари. И он у меня... Стащил копье. Гад этот. Че, пожрем? Пожрем тогда с горю, что делать? Так, а что-то я не знаю, водичку топить, наверное, нельзя, потому что, знаете почему? Потому что она, скорее всего, хреновая. Отлично, да. Попили, поели. Давай там это уже, солнышко, появляйся. Сука, этот хер с моим копьем там ходит. Гад. Сволочуга. А этот, смотри-ка. Я два патрона в никуда израсходовал, да? Понятно. Короче, через стекло он тут не стрельнул. Охрененно. Чудесно. И что ты мне предлагаешь с ним? Да у меня здоровья нету. Куда мне там драться-то сейчас с ним идти, да? Куда мне с ним драться-то идти? Он мне раз втащит и все. Давай уже этот туман. Туман, туман. О, какой красавец идет. Не реагирует. Температура 34 градуса. Там ни хрена себе. Давай уже это. Так, а я поспать. Я же поспать тут. А я поспать тут не смогу, да? Мне надо только это. Так, а что у нас? R, T, Y, U, I. Это персонаж. О, P. P это сюда. Пауза типа, да. A, B, V, F. На F непонятно. G. О, что, у меня фонарик есть, что ли? Хера себе. Так, Б это билдинг. Как бы особо-то тут эта функции-то и нету. Функций нету. От них, кстати, убегать тоже смысла нет, потому что стамина закончится, они тебя просто сожрут. Вот. Вот так вот получается. Сожрут тебя и все. Надо только ждать, когда снова туман исчезнет. Но я могу, в принципе, добежать вон до того здания, попытаться. До того здания попробовать. А уже засветать, кстати, начинают. Все эти сейчас они сейчас откисать начнут, уже светает, и они сейчас просто начнут дохнуть из-за того, что уже солнышко светит.
Давай, давай, дохни уже, давай быстрее там. Ходите там. Мне вон того надо, трупешника. Ой-ой-ой. Опа. 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 Ага. Ага. Молодчики, молодчики. Ну ё-моё, блядь, уже давай это. Алло, я уже дом вижу четко. Давай уже откисайте. Все. Откисли они, нет? Сейчас открою дверь, они тут стоят. Все, не все. А да, вон повалились они. Попадали. Так, картошка. Так непонятно, что у них картошка, блин, с собой делает. Этот сдох, солнцем сожгло его. И он пустой. А где этот хрен-то с копьем в голове, а? Которому я копье-то в голову воткнул. Где он? Куда он делся? Копье бы вернул мне. Как-то непорядочно получается. Никто из вас тут копье мне вернуть не хочет? М? Никто, да, видимо. Я понял вас. Уроды. Так, где тут? И вы пустые. Все пустые, короче, здесь эти уродцы. Рончики. Что здесь еще? Забери. Ломается. Может, надо просто молотком тебя разломать? Не хочешь, да? Так, что здесь все? А во, батарейка, кстати. Батарейка. Нормально. Металлолом берем, тряпка, стекло. Я не понимаю, зачем мне столько бутылок. Ну да ладно. Потом разберемся, если что. Так, здесь ни хрена на тачке. На тачке ни хрена. А это еще, по-моему, один домик, который можно, в принципе, занять под базу. Он маленький. Только он маленький. А что, грузовик нельзя тут это? Грузовичок был. Я думал, может быть, какие-нибудь дополнения введут, что можно, в принципе, там грузовичок взять.
будет покататься. Это лесопилка, да, у нас получается? Здесь вообще ни хрена нету. Там-то у меня хоть домик побольше. Поприкольней. Так, тут бревна уже нарубленные. А, так, инвайт. Интерактив. А, ну тут надо, короче, добавлять. Да, бревно добавляешь, получаешь доски. Отлично. Отлично, это хорошо. Сарайка. Собираем всякое барахло. Не помню, зачем. Но собираем. Пригодится, наверное. Так, надо наверх теперь залезть. Глянуть, что здесь. Сейчас подберем тут путь, может какое-нибудь оружие найдем. Так, ну, по крайней мере, нашли выпить. И плата какая-то. Окей. Так, выпить, 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 выпить. Оу-па-па-пам-пам-пам-пам. Да, давай выпиваем. Берем плату. Шлем, ух ты, отлично. Так, ну-ка, пока вот эту штуку мы, а, можно ж ягодку скушать. Берем шлем, теперь сюда, эквипмент. О, ёб твою ж, я в трусах, короче. Нормально вообще у меня персонаж выглядит, в трусах, перчатках и шлеме. Вообще прям чудо-воин, елки-палки. Чудо-воин. Аполлон, блядь. Прям Аполлон вылитый. Че, патрики еще. Жратва. Че, еще жратва. Так, жратву взяли, это хорошо. А че, вы нельзя вас между собой? Почему вас между собой стакать нельзя? Опа, смотри-ка. Смотри-ка, что я нашел. Канистра. Блин, канистру надо вместо чего-то взять. Канистра штука, штука полезная. Так, а вместо чего? А, пожрать надо что-то, да? Что-то надо пожрать. Что будем жрать? Это что, картошка? Жрем сырую картошку. Ух ты, картошку жрет и пить охота. Ну все, что все, теперь я могу у машин бенз сливать. Сливать бенз могу. А теперь самое главное мне, пока я далеко не забрел, вспомнить дорогу до своей базы. Так, я однозначно помню, что мне надо на дорогу. Брат, сейчас по дороге еще там у пары машин бензинчик сольем. Да, на дорогу, вон туда, в горочку. Оптёптыть, я чем-то заболел. Блять, ну-ка. Клик. Я чё, обожрался, что ли, или чё? Чё? Статус? Чё? Непонятно. Вроде не заболевший. Или вроде заболевший. Ну, чёрт его знает. А у меня никаких медикаментов нету, ни хрена нету. Ни бинтов. А, нет, тряпки-то у меня есть, да, тряпка? Арак.
тряпки что-то сможем сделать. Так, у тебя же, по-моему, бензин был, да? А, нет, у тебя не было бензина. У тебя был бензин. Давай. Сливаем. Бля, 200 грамм бензина мы 5 минут сливаем. Ох ты ж, да. Поехали отсюда. Точнее, побежали. Так, надо сохраниться. А то здесь так-то можно еще и на медведя, блин, напороться. Когда вручную, кстати, перетаскиваешь, он это время не тратит на перетаскивание. Когда нажимаешь кнопочку типа перетащить все, ой-ой-ой, канистру забрать надо. У него расходуется время. Так, я уже 2 литра бензина намутил себе. Что, вот эти двери вот открыты. А запустить ее нельзя. Что тут нарисовано? А, сука, медведь нарисован, да, смотри. Это ж медведь нарисован. Ну да, ё-моё. Медведь ходит уже где-то поблизости. Это не мой случайно база, не моя? Или моя база? Короче, если это даже не моя база, это будет сейчас моя база. Все, я возле дороги нашел. Классный домик, кстати. Да. Ну, в том, правда, шкаф есть. Шкаф, в который я там уже кое-что положил. А, так это моя база, ёптать. Хрена себе. Это моя база. Так, погоди, я ж тебя могу. Да, вот так. Оп-оп-оп-оп. Пойдем. Алло. Пошли. Кью. Пойдем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Или это не моя база? Я что-то забыл. Где я свою базу это основал? Да не, походу не моя. Да не, не моя, точно не моя. Блять, ну я хочу здесь основать базу. Я хочу здесь базу основать. Так, мы тогда побежим сейчас искать то, что было моей прошлой базой. Бежим искать ее здесь, потому что она ближе к дороге находится. Вот так-то. Так, ладно. Теперь самое сложное. Вспомнить, где моя база, и не забыть, где эта база. Так, где-то помню, тут дорога была. Да, вот дорога. Дорога за вот этой вот. Типа, что это такое? Заправка или что это? Магазин какой-то. Ну-ка, что там? Там какая-то бита, кстати, он лежала, по-моему. Пойдем. Пойдем глянем. Тут колес нету случайно. Точно бита, смотри-ка. Точняк. Так, эти все закрыты, окей. Свечка есть полуцелая, конечно. Ну да ладно, блять, медведь.
что такое колесо еще. Ёб твою ж. Как мне теперь его обойти-то? Как мне его теперь не спалить? Не спалиться-то как мне теперь перед книжкой? Он пока вроде стоит, медитирует. Нахуй надо. Так, тут жратва или что это? Короче, ладно, пока тут жратва есть. Мне похоже, надо вот на ту сторону озера. Где-то ж там у меня дом был. Так, вон красная тачка. Ну-ка, что там за... Ни хрена тут нету. Здесь тоже. Так, а вот. Всё, вон, по-моему, моя база. Предыдущая. Хотя, может быть, и нет. Спичанские. Так, что, бензик сливаем. У нас берем пилу, ветки, палки не берем, это тоже мне не надо. Ага, нет, там нет. Здесь у нас что? А вот еще, кстати, расширяет мне эти сортиры. Спрятался. Сколько у меня уже? Ух, у меня сколько уже места, много места. Так, бутылка под воду пригодится. Что здесь еще? Тряпка и стекло пригодится. Так, ну надеюсь, это вот эта моя база была, блин, которую я забронировал или нет. Ой, блядь, там пиздюки сидят. Так, ну тогда иди сюда. Сука, у меня здоровья нихера нету. Просто ты, если выйдешь сейчас сюда на свет, да не, это не моя база опять, я, блядь, опять промахнулся, короче. Сука, где моя база-то, блин? Вон еще какой-то там домик стоит. Ой. Ой. Там еще хуже. Ну, в принципе, ту базу-то можно было бы не искать. Просто у меня там маленько инструментов есть. Поэтому я ее как бы типа и ищу. Потому что я туда кое-какие инструменты положил. Так, бензинчик еще сольем. Сливаем, сливаем бензинчику. Еще свечка. О.
какой дом-то я нашел там охрененный. Вот, наверное, будет моя база. Вон, какой я дом нашел хороший. Так, теперь надо будет только со всех оставшихся баз позетовать, позабрать сюда вещи. И все. Большая, высокая. Так, время уже... Что там у нас уже? 4 вечера по местному времени. Туда. Какая-то военная еще херня. Типа база, да, военная? Ну-ка, тут нету нигде. А, типа военного какого-нибудь лута нету. А, опа! М4. М4, ничего себе. И чё? Блин, ну... Иди нахер, короче. Блин. Ну вот. Вот тут-то я и поселюсь тогда. Вот здесь, а я и поселюсь. Чё? Дом, гараж, лес. И машина сразу стоит. И сразу стоит машина, которую можно, между прочим, установить колесо. Аккумулятор. Свечку и налить бензину. Вот, заправить, грубо говоря. Все отлично. Тут что, блять, я траванулся, что ли? Вы что, серьезно? Как я мог травануться? Угораете, что ли? За счет ч... Так, а это что такое? А, вон антибиотик. Давай. А я скушал антибиотик. А. Вот как тут, короче. Так, так и так, да. Все, действует. Капец. Это ж надо было мне, блин, травануться, когда я нашел. Когда я нашел. Так, это сюда. Какое-то говно какое-то сожрал, блин, и траванулся, получается. Не ешьте говно, чтобы не травиться. Вот, ни в коем случае не ешьте. Так, это сюда. Это сюда, это сюда, это вот так. Какой шикарный гараж. Ух ты, опять туман надвигается, да? Опять надвигается туман. Так, давай тогда я тебя... Столблю как свою базу. Короче, я все базы тут, какие можно было, только застолбил, да. Полно всяких у нас полочек, в которых что-то там лежит. Отлично. Отлично. Все. Трехкомнатная квартира. Я знаю, что здесь можно, кстати, будет этих заводить себе напарников из NPC-шек. Из NPC можно заводить напарников. Вот поэтому у нас такой, короче, дом и останется. Вот, ладно. На этом я первую серию закончу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.